другое дело, там, ну, пожалуйста, он подписывался. Поставили просто рабочие частотники, которые и
должны были стоять без вас здесь, короче говоря, да? Вот, но как бы это сидос, я так перечислил деньги, пусть забуду, короче. Там приличные деньги стоят. Вроде бы да, вот смотрите, Иван Дмитриевич, у меня большой вопрос. Что нужно было сделать, чтобы закоротить, короче говоря, и частотник, и двигатель рекуператора? Мне сейчас самое главное фотография, чтобы я рубль сейчас отрубил, как вы думаете. Хорошо? Будьте добры, да? И смотрите, до понедельника вы без меня, то есть я только на связи. Там я буду с понедельника выходить, все эти вопросы решать. Потом там насчет крюк переговорить, там надо будет частотник подключать. Стартует у него. Ну так вот надо подключать его там к умому. Там тоже дан поставить. Только он пусть еще не спалит частотник. У нас частотников уже нет. Если у него есть такая возможность, пусть пока напрямую подключит. Я приеду с частотником, разберусь. Я вот о чем прошу. Чтобы он его не спалил. Если он сейчас в нем не соображает, пусть честно скажет, я не соображаю. Подключает напрямую. Я приеду, запущу через частотник. Давайте. Чтобы просто не спалить частотник. У нас просто нет частотника именно на поилку. Еще там не хватало еще, чтобы у нас горело. Нужен. Да, нужен. Потому что, ну, вы сейчас напрямую, когда подключите, просто увидите, как что будет работать, и мы с вами поймем, надо или не надо. Вот. Просто чтобы пока не убить частотник, пусть это, потому что, блин, лезут, ну, извините меня, у меня первый раз такой, чтобы за 3 недели, короче говоря, 3 частотника данфа спалили. Это бред. В моем понимании, это полный бред. Это, ну, люди, которые вообще далеки от электричества. Ну, я вам про то. Давайте, спасибо.